ходе обыска по месту временного проживания женщины оперативниками было обнаружено и изъято более 1 килограмма наркотиков. Согласно заключению экспертизы, изъятое вещество – это метилофедрон. Как пояснила сама задержанная, в Сочи она приехала около месяца назад с целью распространения наркотика путем закладок. В ходе обыска на съемной квартире оперативники обнаружили свертки с веществом белого цвета, весы и полимерные пакеты, предназначенные для фасовки порошка. Установлено, что подозреваемая приобретала наркотики через интернет. В отношении приезжей возбуждено уголовное дело. Максимальное наказание, предусмотренное санкциями статьи, лишение свободы сроком до 15 лет. Мы просим всех жителей нашего города, если кто-то обладает информацией о так называемых закладчиках, незамедлительно сообщайте в полицию по телефону 02.